В Тюменской области стартовала призывная кампания. Этой весной на службу из нашего региона отправится около 1600 молодых людей. Они пополнят ряды всех войск вооруженных сил, а также будут направлены в подразделение Национальной гвардии и в президентский полк. В ближайшее время юноши начнут проходить медкомиссию. Перед отправкой каждый призывник сдаст тест на коронавирус. Мы уже в течение 2 лет работаем в таком режиме, поэтому тесты на всех заготовлены, маски на всех заготовлены. Разделение потоков будет, отправка команд будет происходить также арендованными вагонами, малыми командами, никакого скопления, там социальной дистанции, все это уже в плановом режиме наработано и продолжается.